Нью-Йорк прошли. Спасибо большое нью-йоркской публике. Это, конечно же, Бруклин, Куинс, Нью-Джерси, Манхэттен и, одним словом, Нью-Йорк. У нас дальше идет Майами, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Вот, и всех люблю, часто приезжаю, и на самом деле прекрасная публика, и я очень рада делиться с ними своими новыми песнями, своими эмоциями. Это всегда очень классно. И у вас очень профессиональная команда, в том числе и менеджментов, и артистов, которые выступают с вами на сцене. Расскажите, сколько человек с вами путешествует? У вас же целый перформанс. Ну да, ну так плюс-минус около 20, потому что не поехало там пару человек, которые со мной ездят по России. Вот. Это, ну так, как бы бойцы невидимого фронта, там, то есть директор остался в России. Так, значит, вот около 20 человек, это постоянно, значит, балет, музыканты, звукорежиссер, костюмер, администратор, художник по свету, саунд-менеджер, да, как бы звук, и еще экраны, значит, видеоинженер. То есть у нас такая достаточно большая команда. Ну. И у вас впереди, между прочим, и не только Америка, еще и Австралия, насколько мне известно. Да, вы знаете, мы тоже, для нас это, несмотря на то, что в Америке мы уже частые гости и можем похвастаться тем, что мы все программы показывали американской публике, нашей русскоязычной, и бывают и приходят и действительно американцы на концерт. То в Австралию мы первый раз действительно получали приглашение, но как-то не складывалось. Но очень хотелось, конечно, попасть на континент, на другой, и познакомиться с публикой Австралии, наконец-то, через 20, почти 5 лет на сцене. Хотелось бы, конечно, со всеми познакомиться, поделиться своими, опять-таки, песнями. Предложение очень заманчивое, очень приятное, и мы, конечно, ждем с нетерпением этой встречи. В феврале. В феврале. Два города, Мельбурн и Сидней, насколько мне известно. Хотелось бы, конечно, больше, но пока что Мельбурн, Сидней, да, такое наше знакомство будет с Австралией. Но я думаю, что будет удачно. А дальше куда? Есть у вас какие-то планы? Может быть, мечты? Нет. Ну, я не знаю, может быть, действительно мечты. Ну, планета большая, поэтому мы... Да куда позовут? Пожалуйста, в Таиланде тоже много русских, на Бали, и в Лондоне, на самом деле. У меня не было никаких... Как бы есть в планах концерт, все-таки осуществить концерт в Лондоне, потому что очень много... И даже моих близких друзей за какое-то время перебрались жить в Лондон, и все говорят: ну что же ты не приезжаешь, ты все время в Америку, вот теперь уже Австралия, а Лондон все-таки вроде ближе, вот, поэтому в планах, конечно, Лондон еще. Мы вам желаем, чтобы в 2016-м все ваши мечты и Лондон сбылся. И это, так скажем, город, где родился мой первенец, хочется навестить. То есть у вас много ассоциаций. А с Америкой есть хорошая ассоциация? Может быть, с Нью-Йорком? Конечно, у меня дочка тут родилась. Mm-hmm. Муж американец. И вообще, конечно, здесь провожу, так скажем, отпуск. Потому что почему-то в России все думают, что я сюда переехала. И вообще здесь все время нахожусь. На самом деле это не так. Я с удовольствием сюда приезжаю на гастроли и отдыхать. Вот. А так я российская пока что артистка, певица, живу и работаю в России. Ну, и приезжаю на гастроли в Америку, в Австралию, в Германию, в Израиль. И по всему миру. Да, везде. Спасибо вам большое. Вам тоже.